176. Хлюп, хлюп, это правда. Еще хлюп. На удачу и Дэну. 176. Это будет на зверя. Войд. Окей. QTSX 0RNQ. Ставка на ХП. 2-2. Так, ну вот это неплохо, в принципе. Статы вроде тоже неплохие. Ой, блядь. Нахуй так рискую. Хотя бы черви всех съели, ладно. Хотя бы черви реально помогли. Привет, сверок. Спасибо за гудлак. Рискнем. Рискнули. Вот я теперь на одном хп остался. Классно. Классно. Идем скотч. Ну да, как-то было уже по-моему ран со скотчем и переработанным этим шэдоу. Прикольно. Или точно мы умираем? Сегодня, походу, мы точно умираем. Своим состоянием сегодняшним. Суп есть. Ту-ту-ту-ту. Не, в принципе, можно использовать, только аккуратно. Только аккуратно. Это похоже на секретку. Блять, я боюсь бочку двигать на одном хп. Умирать нельзя. Посмотрим, как получится. Как пойдет? Да хотя бы красный хп, что ли? Ясно. Ясно. Вообще нихуя нет. И бомбу просрал. Угу, и бомбу просрал. Она была нужна. Она была нужна. Жаль. Так, это бомба, но неправильные бомбы. Найс. Черви. Так, на них хп дают, это чемпионы, потому-то хорошо. С них хп упадет. Кстати, это full hard damage или пол хп damage? Контактный. Не уверен. Не уверен, как это работает. Пока проверять не хочу, наверное, на своем опыте. Хорошо. Блин, вот пока мега уебанский. Просто нихуя не дает нужного. Всякий мусор. Карту бы я хотел забрать. Петрекс. Блять. Ну, скорость, да, это правда. Типа скорость она полезла, и скорость была низкая, наверное. Тебе деньги за просмотр роликов на ютубе с VPN приходят. Спасибо за 100 рублей, Энджу. Деньги, как и на Твиче, приходят, но они, типа, это... Виртуальные деньги. Ну, там что-то капает, да. Там сейчас вроде долларов 10 в месяц, что ли, приходит с Ютуба, по-моему.
Так что, что-то есть. И даже в теории можно вывести, наверное, но... Нужна карта со свифтом, и это нынче довольно... Такой себе квест. Очень-очень проблемный. Но с твича деньги вообще никак не вывесить. Со ценза вроде тупо карта нужна со свифтом. Там вроде им похуй куда переводить. Они вроде ничего не проверяют. С твичом так даже это не прокатит. Да я буквально на днях видел новость, что там, помню, в Райфайзене еще есть свифт или был. Но там теперь минимальная комиссия 500 долларов. Минимальная комиссия 500 долларов. Просто так этих бомжей. Туда их. 500 нахуй долларов. Так что это все уже не для нас уже все эти вещи. Рейд. Спасибо за рейд, Фастус. Здравствуйте, рейдеры. А, не больше 500. Наверное, да. Хуйню сказал. Да-да-да, там 50%, но типа... Не больше 500 долларов. Ну, короче, да, пол... Пол платежа, короче, отдашь. За перевод. В любом случае. Короче, один хер мемы. Я просто помню, что когда какой-то был мем, но, видимо, мем немного... Сделал мемнее. Слишком его усилил. Ну, один хер это смысл имеет ровно ноль. Такие... Переводы. Перемемил, да. Слишком мема дал. И по-моему, кроме Райфайзена больше нигде нет свифта. В Тинькове был, но... Там что-то тоже, по-моему, все уже как-то очень плохо было. Это было близко. Так что, мне кажется, это уже вообще не имеет никакого смысла. Это только у кого очень много денег, у кого очень большие переводы, наверное. Типа бизнесов и прочих. Чтобы они хоть как-то могли еще этим пользоваться всем. А так, да, типа, если у тебя там 50-ка, там 500-ка перевод долларов, то базару мало. В принципе, хули тебе 500 долларов. Понятно. Маленько другой уровень. Мелкие банки, да, тоже слышал, какие-то мелкие есть, но мелкие банки не на то и мелкие. Там тоже хер пойми, как это все работает. Ну, вчера вроде тоже есть, да. Короче, все равно, в моем случае, типа, это не имеет никакого, по-моему, смысла. Потому что все равно я максимум смогу вывести только AdSense, в теории. Типа, долларов, из которых это получено, дай бог, треть, если не меньше. Таким переводом. Спасибо, Максим, за 220 рубля. Так, и по итогу хп вообще нет никакого, да, синего. Опять грузчик. Я не умею эту руму проходить, я не понимаю, как ее проходить. Нихуя нет места этого бить долбоеба. Просто нет места с ним драться. Или типа овнить надо его постоянно. Какая же противная комната. Ну, ледер того стоит все же. Ледер того явно стоит. Грузчик, ой. Не грузчик, а охранник. Грузчик это другое. Это просто охранник. Бомбу. Блин, бомбу жалко. Бомба ценный ресурс. Но в теории, да. Бомба. Там, кстати, бомба, по-моему, бахает сразу, да, по-моему, на контакте с охранником. Потому что в подвале бомба так все работает, по-моему. Там мне сразу бахает при контакте с кем-то. Да ты опять без горячей воды, я.
Какая неудача. Как так вышло там? И давно уж. Оф, не клеп, почему? Что-то плохое? Я просто не вижу. Я осуждаю, если что. Привет, я Шмирина. Обнажёнка, прям обнажёнка. Прям совсем обнажёнка. Короче, ничего не было, не знаю. Сали Бубу. Осуждаем Бубу тогда. Три плюс недели уже, what the fuck. В смысле 3 плюс недели? Это мужская была, да. Потому что это был, что у меня синяя хп валялась на боссе. Я хотел синяя хп, чтобы у меня было. Потому что я на клип смотрел, потому что меня клипом отвлекли. Блин, глаз нихуя не прошел, так и дергается. Это все от моего сна в 7 утра. Плохая была идея до 7 утра сидеть. Доломал НФС ночью. Господи, эту канавку даже не вижу. Что она такая мелкая? Эй, обе. Данс. Thanks for dance and for 14 months. Thanks for your sub. Тирса! Хотя маленькая, можно было, даже можно заводить. Она можно было заводить, что-нибудь получше найти. Не, ну 3 недели это на самом деле жопа какая-то. У нас обычно выйдет на неделю, отключает обычно горячую. Не больше. 3 недели это ж пиздец, по-моему. Нож совсем. Бля, я не пойду за ножом, наверное. Хотя у меня фулл карта есть, может сходим. Ладно, может сходим. Может быть сходим. Музыка сайта только пошла. Слушали. Не, я не хочу 4-5 вольт покупать дорого. Играем байзека, бадайзека. Безумие. Это настоящее безумие. Даже почти правильная тема, но не совсем. Это, по-моему, первый этаж. Basement из Antiverse. Почему в Antiverse был саундтрек для альт-этажей? Наверное, был. Уже даже не помню, как там это все было сделано. Но, скорее всего, было. И там
По-моему, было две версии саундтрека, по-моему, там его еще переделывали. Не, Мавзолей помню. Не, даже не про Альт, даже я говорю про типа Cellar и Burning Basement. А там не было Burning Basement, потому что там был только Cellar, да? Там было только Cellar и Florid Caves, наверное. Нет, стоп. Кто там был? Типа Antiverse это Rebirth, правильно? А в Rebirth что было, я нихуя не помню. Там не было, по-моему. Там, возможно, не было Flooded Caves в Rebirth. Там были только катакомбы, наверное. Ну я и говорю, да, там не было Flooded Caves. Но, по-моему, они потом все равно, по-моему, сделали этот саундтрек. По-моему, для этих этажей. Типа челик, который делал саундтрек для Antiverse, он, по-моему, сделал для всех этажей, по-моему, потом саундтрек. Типа, чтобы он был полный, законченный. Привет, то бишь, Фил. А, да? Ему вообще похуй. Ему вообще похую. Долго будем стоять. Ну, а хули бы не постоять. Постоим, подумаем. Как бы Ларс ушел, надо же кому-то делать рано по 3 часа теперь. Там Ларс же снова уже ушел. Хотя Ларс, на самом деле, стал быстрее делать рано, когда в последнее время стримил. Потому что у него времени не было, видимо, делать долгие раны. Он, по-моему, наоборот ускорился. Он теперь уже, по-моему, далеко не самый медленный был из наших стрикеров. А что он дал? Я даже не видел, что мне Уэйд дал. Я даже не посмотрел. Ну, может быть, дэмэдж дал. Может быть, такое. А скорость и дерзу тоже неплохо. Тоже неплохо. Плевать. Хочу ли я это говно фармить? Надо хочу. Пока фул карта есть, наверное, я особо не боюсь. Моему вы безупречны. Просто бывает не вижу. Костры и мечены камня. Бывает просто я на них особо не думаю. У меня просто нет цели их взрывать часто. Когда я не чувствую в них потребности. Ну что, сосем нож? Реально можно. Нифига мне уже что-то спит 1.78. Жестко. Что-то спит, конечно, жесткие. Нахера я взрываю? А, ну в принципе, если там будет кроллспейс, он будет, наверное, и в обычном рауте. Или нет? Не знаю. Я много хп слил ему, это нормально. Ты придурок? Да. Скорость не особо надо. Капец я быстрый. Капец я быстрый.
Ну ладно. Все, поехали. It's like she's fucking five! Спасибо, что вы выкладываете ролики на YouTube, так как спасибо еще на 100 рублей. Ну, в принципе, в этом и идея YouTube канала в основном. Чтобы там было примерно одно и то же, но просто порционно и постоянно. Потому что не всем Twitch в принципе нравится, и не все могут попадать на стримы, понятно. По разным причинам. Так, громкость. Громкость громкая. День нормальной музыки. Ты такое вслух лучше не произноси. Это может быстро все закончится. Даже с моей подачи. Вчера было аниме. Не ври. Дни без аниме будут, когда я отсюда уйду. В отпуск опять. Вот тогда аниме не будет. Потому что стримов не будет. А пока, боюсь, аниме будет всегда. От аниме никуда не уйти. Привет, Настя. Сливка просто в этом руме. Ну вы, конечно, приколисты. Ну вы, конечно, приколисты те еще. Блин, скорость просто безумная. Даже неудобно. Кстати, реально стик вроде починился. Не, даже может буду в Красноярске часть этого времени. Но потом уеду. Может быть, из Красноярска даже буду стримить маленько, пока буду здесь. Но вряд ли каждый день. Потом где-то на неделе две, может быть, чуть меньше уеду. Это будет в июле, скорее всего, с середины июля где-то. Но это даже хорошо, что отобрали скорость. Нет, я все еще буду в России. Никуда я не убегаю. Оно зависло. Оно опять зависло. Спасибо за 100 рублей на ним. Это все из-за аниме. Аниме все убило. Все. Сейчас я дома, где я. Раз я стримлю, где я могу быть интересным? Клип, да, клип идет, звука нет, потому что хуй-то виснет. В Москве? Не в Москве. Из Москвы я вряд ли буду стримить в ближайшее время. Ну и в Москве мы недолго будем, скорее всего. Если в Питер поедем. Таблетки пошли хорошие. Это сплош. Это в Сеул. Боюсь, у меня на Сеул денег нет. В Сеуле жарко, наверное. Это не факт, там климат. Ну, жарче, чем здесь, наверное. Нет, сходок точно не будет. Сходка была одна. Ее хватит. Больше сходок никогда не будет. Тем более времени не хочу тратить на сходки там. Так редко видимся. Кто-то в Корее живет. Такого не слышал. Вроде. Вроде из Кореи никого не было.
опасно. Так, а можно маленько дэмэджа? Хотя бы свой, да. Не, в Сеуле нам задес был. Недавно в Сеуле. В Сеуле? Он в Сеуле был? Я не помню, где он был. Я так маленько прощелкал. Вот видос. Я уже видел про Корею, так уже видосики. Недавно. Вроде в Сеуле. Ну, прикольно, да. В принципе, Азия в целом довольно прикольно, что он сильно от всего отличается. По многим вещам. Просто не думаю, что я бы хотел бы где-нибудь в Азии жить. В плане Кореи, там, Японии или еще типа того. Один плюс, там можно катаном ездить, крапа. Вспомнил себя это в 19 лет. Вот счастье было бы. Там, по-моему, все машины нахуй это тонированные. Вообще похуй. По-моему, только у них и в Таиланде так, такое есть. Больше такого нигде вообще не видел. Причем в Корее это странно видеть. Учитывая, что типа вроде страна такая цивилизованная вся. А как так? И все в пленке, даже копы. И тюнинга много, да, тоже там. Тоже много такой темы. Машинки любят. Фучит лучше свою любимую музыку, но как без нее? Как без нее? Блять, мне этот шприц выебет. Правда же выебет? Нет, не выебал. Я в шоке. Я в шоке. Шприц не трахнул. Даже помог реально. Что спит 2.13. Но я понял, видимо, я не беру в этом ране такикс. Я вас понял. Не дали урон, да, уже правда. Это неправильный экспериментал. У него неправильные статы. Чё, Дюк, ты готов это к рукасту-то? К рукасту Айзека на ЕСА. А то я не хочу это кастить. Оно еще будет в 4:30 утра. Вроде как. Хотя вроде расписания, по-моему, нет еще официально на сайте. Может, они еще передумают. Там маленько трахнули Айзека. И запихали пока на стрим 2. Такого, конечно, унижения еще не было для Айзека. Не знаю, почему не решили его на стрим 2 пихать. Там такая хуйня обычно на стриме 2, в основном. Ну, в принципе, S4 это хуйня есть, так-то ладно. R плюс и S4, ладно. В целом-то все правильно, видимо. Ну, один хер, это странно, конечно. Вроде всю жизнь были на первом стриме. Все раны, по-моему. Тут что-то... Раз и стрим 2, блин. Обидно за Айзека. Но может передумать, может там что-то еще решают. Значит, какие-то мемы убери. Ко мне Мажлин кидал, типа у них бот сначала это. У них бот, короче, зачем-то принял раны, которые уже типа отклонили. У них бот начал пихать раны, которые уже типа отклонили. Там везде Скайнет, короче. Даже на ЕСА уже бот уже Скайнет. Все решает за оргов. В общем, страшно. Кто мы-то? Не знаю, кто мы. Ну реально, 4:30 это, блядь, боль. Причем я уверен, что на основном будет не 4:30. Там ходят стримдон, на основном там обычно вечно какие-то задержки происходят периодически. Вчера движ, ну там ЕСА, это спидран ивент в Швеции. Там будет Айзек в каком-то виде. Вроде пока 28-го. По планам.
А сколько? Пока вроде 28 числа, вроде... В 0.25 по Москве, потому что 29 будет на самом деле, не 28. Короче, пока еще нет расписания официально. Когда появится на сайте, там можно будет посмотреть. На сайте будет расписание. И типа у меня это будет 4:30. Я прям не уверен, что это еще тестить 4:30. Дома-то я вроде уже буду в это время, но от этого не особо легче. Я думаю, я возьму эксплозивы, а не завыжу. Руск будет рестримить, но опять же, там два стрима. Я во-первых, вообще не знаю, будут ли они именно Айзека стримить. Не факт. Там может что-то будет более интересное на первом стриме, по их мнению. Заводил, ну что-то, блять, ладно. Похуй. Не хочу взрыва, наверное. Думаю, возьму, а думаю, не взял. Не знаю, пофиг. Насрать. Мы тут просто вайбим, а не в игру играем. Мы тут просто общаемся с чатом на отвлеченные темы. А не в АСК играем. Кстати, там было это... Как его? Да, вот эта хуйня была. Это забрать можно. Стрит тупо фоном, это правда. Просто фоновый контент. Тут будет 1000 стрик. Тут будет 10 000 стрик. Блин, было бы эпично, наверное, 10 000 стрик сделать в репе. Только сколько это время займет, интересно? Я думаю, это еще лет на 10, наверное. Сейчас, наверное, я могу делать 1000 стрик, наверное, раз в год, наверное. Моими темпами текущими. Где сид? Да вот же он. Без обмана. Сиды все записаны. Все ходы записаны. Даже файлики есть. Тут расследование. Хайп. Тоже будешь после этого знаменитой, как я стал. Чисто поднялся на расследование. Что мне челик через год пришел, что, как говорит, после моего видео. Первый раз такой пришел. Конверсия бешеная. Да, причем после стрима... Ну, Майк еще и по Dark Souls, главное. Это же не работает, да? Ну смотри, я могу это заводить. И в принципе... Может быть, потом где-нибудь завязаю. Так, теперь у нас есть Shadow. Ну, рано 30 минут, это вымысел. У меня раны 30 минут бывает уже раз в год, наверное, в этой игре. Все же. Херофанта это правда, но у меня фулл карта уже на руках. Я, наверное, на Херофанту оставлю на боссе, да? Правильно. Наверное, правильно. Нахуй это беру, я же опять-то выкинул. Ладно. Просто Херофанту оставим на боссе и... Надеюсь, Shadow к тому времени я прохну. Надеюсь, должен. Айтиклет май пипи. Хи-хи, больше чем. Больше чем? Эй, Snickers, thanks for 100 bits. No ra-ra-ra-ra today. I'm disappointed. I am mildly disappointed. I was expecting this. Так, а где? А где? Здесь, может, кстати, может быть, бомба не поставилась. Вау. Пупу этаж.
Пипи-пупу этаж. Заебали. Нашел. О, oh, I got shit badge. Wait, what is this? О, oh, it's 5000 cheers. What the fuck? You're probably the only one with this badge. In my channel. Well, actually, maybe not the only one. But one of the few. Not of the many. Congrats. Congrats on your shit badge, Snickers. Deserved. Well deserved. Так, ну у меня, кстати, фулл карта уже есть, это хорошо. Так, как я прокую Shadow? И где я прокую Shadow? Два вопроса важных. Ой. А, тут еще и мейс, смешно. О, давай тут меня игра сейчас это запихает на босса, вот будет смешно. А я уже готов, у меня уже есть. О, окей. Well, yeah, I asked for it, okay. Fair enough. That's on me. It's kinda lower today, like volume wise. I guess because it's not capital R. But thanks for the arara. Again. Опа. Плюс два. Ну, надо в идеале найти Сокруму, но... Что-то мне кажется, тут не будет Сокрумы уже. Уже далеко ушли. Это она берет. Говно слева получить? Надо 5000 битцов закинуть, да. И по-моему, еще говно дают за тир 3 саб, да? По-моему. Это еще дороже, наверное. Хотя нет, это, наверное, маленько меньше. Это на один месяц будет. А это будет на все раз, значок, по-моему. Битцы вроде они даются перманентно. Да, я только на один канал, конечно. Конечно, а ты как думал? На весь Twitch сразу? Растащила. Это так не работает. У Твича. Твичу нужно воздаить везде. Значит, какой в этом смысл? Да-да-да, вроде говорю, за тир 3 саба даются. Он тоже вроде какашка. Это еще который я делал. Какашки. Тоже можешь переделать, но у меня пока идеи нет на тир 3 саба. А то уже аж целых 2 человека уже сабка есть. Ну, какашка вроде тоже неплохо смотрится. Причем эта какашка просто, по-моему, как украшение идет, причем, по-моему. Поэтому она просто типа перекрывает корону, но перекрывает ее хуево довольно при этом. Нету какашки радужной. Это косяк, да. Я бы за такое банил бы сразу. На Твиче, если нету никакого эмота с радугой. Тем более в июне. Вполне себе на бан тянет. Хотя у меня есть эмоут с радугой, кстати. У меня же есть Спанч Боб, да? Так что все нормально. Все норм. Все норм. У меня же есть Спанч Боб, да? Я же его, по-моему, оставлял для фолловер эмоутов. Да-да-да. Все. Все. Отбой, отбой. Бан отменяется. Не бан. Все хорошо. Я благо вспомнил. Блин, 4 хп это очень мало. Но там будет, правда, 6 хп, там еще будет херофан там. Все мало. Это говно можно пофармить. Еее, нихуя не получилось. Я не знаю, зачем я хотел 2 шупа сделать. Уже другой вопрос.
Здорово, Азмодей. Походу, нихера я не вижу эти айтемы. Или увижу. Пиздец. Какая хуйня. Какая хуйня. Понял. Вообще-то погоди. Есть чё. Но это вряд. Хотя это может сработать в теории. Тут может какие-то мосты пал. А, мосты. Тут вообще нихера нет. Ту-ту-ту-ту. Это просто фулл карта. Так, тут еще можно паролить. Ну и один хераша допробую, поэтому пофиг. Так, это не бери. Блять, Мейс меня выебал. Мейс, ты куда утащил батарейку? Верни обратно. Верни обратно, пес. Это тоже отдай. Он опять отобрал батарейку. Хватит. Хватит меня мучать. Вонючий Мейс. Вонючий пес. Окей, хоть тут ничего не зарулилось. И на том спасибо. Короче, убей меня. Бей меня. Уже шедоу прохую. Мне нужен был шедоу. Так, больше не получаем по лицу. Больше по еблету мы не получаем. У меня еще колор остается, но колор это надежда слабенькая. Прям очень слабенькая. Шуб можно забрать, кстати. Или что там у меня было? Какая у меня была? А, у меня был Void. Ну, кстати, все еще Void нечего, да? Вернее, стоп, у меня еще в Void алтарь БТВ, да? У меня next use Void это будет алтарь. Это надо помнить. Еще я фулл-карту не забрал. Фулл-карту можно было забрать. То есть надо брать любого бомжа. Ебать. Не меня отвлекает, блядь, ту ёбище ебаная нахуй. Это ебаная турель нахуй меня тут отвлекает. Это долбоёбская комната. Пизда, она мешает в этой руме. И еще один долбоебский ребус. Альтраут, так это весело. Пиздец, это весело. Гадать ебаные румы с шипами. Как это нахуй весело. Пол ебаного этажа этой хуйней мается. Какой крутой и классный раут. Играл бы в него просто 3 года без остановки. Каждый ебаный день. Уже закончил, Дюк. Что ты переживаешь? Еще хули ты жалуешься? Нарушай песню. Играю. Ну, на самом деле, да, но уже хотя бы с перерывами на другие цели. Кому не так по мозгам бьет. Это как тебе психи делают стрики на мать. Причем только на мать многие делают. Вообще ничего другое не играют. Не представляю. Насколько унылая хуйня. И раздражающая хуйня. Ну, наверное, каждому свое, конечно. Но тем не менее. Тринка на бэбика. А у меня нет бэбика. А! Он появится, да. Точно, 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 точно. Точняк, точняк. Я еблан. Ха-ха, меня Дамокл убил. Возле сундука. Увы. Увы. Такое бывает, да. Пожалуйста, что-то он нихуя не дает. А где? А где Проки? Бебика, да, можно пожертвовать. Я как-то раз убил Дамокла спустя 2 румы, как я его взял.
То есть я пошел на сделку, там ударился об шипы и сдох через две комнаты. Не, через одну комнату. То есть я вышел со сделки, пришел на другой этаж, зашел в этом рум, и там меня убило. Я думаю, там секунд 5 было с момента пикапа меча. Даже, может, меньше. Чё тут детей-то нихуя не дают? Может, он тень копирует, пиздец? Ты чё, реально тень, что ли, решил делать копию? Ты что, ёбнутый? Походу, он тень копирует. Бля, ну ты и тупенькая, ишь. Ты что, тупень? Какая в сраку тень? Ну, похоже на то. Типа, я ни одного проха не видел. Сколько часов? 7:30. Ладно, пошли отсюда. Разрывная, да? В разрыв просто. А так много. Так, что там второе говнище? А я же алтарь, получается, не поюзал, да? Правильно, у меня алтарь все еще есть. Правильно? Или я его типа использовал, все, его больше не будет. Как это работает? Я хуй знаю, как это работает. Просто формально я его не активировал, но я Void нажал. Ну, по идее, Void его не активировал, потому что было нечем его активировать. А где моя... А, Херафанта еще через эту ошибку. Чуть дальше Вуд. Я думаю, ничего не оставлял. Ну да, я ничего не получил, я говорю, что я вроде типа... Как бы Void нажал, но алтарь там, по идее, не активировался еще. Опять же, по идее, хотя я в этой игре уже ни в чем не уверен. Тем более в интеракциях Void с одноразовой активкой. Ну посмотрим. Но я думаю, все равно, типа, я ее не активирую, потому что... А что я могу найти? Типа, что я найду? Я вроде это все уже видел, да? Ой, я думаю, все уже видел. Я ничего не оставлял. Плюм муха! Точно, плюм муха. Я же оставил плюм муху. Ебать. Точняк. Можно же муху заалтарить активную. Да! Ладно. Просто вроде у матери же нет айтемов на детей. А можно на эту ночь муху двойную сделать? Я думаю, так нельзя, наверное. Хо-хо-хо-хо-хо, реально можно. Окей. Кайф. Польза. Гена, вы что, из Англии? Ой, ладно. Нет, нож не алтарит. Привет, Фанго. Ёпта. Ну, я успел отойти. Так, благо меня еще похилит, что приятно. Все же будет маленько больше хп, чем сейчас на экране. Так, они быстрые. Эти ребята, по-моему, самые здесь опасные. На подъеме через Эльтраут. Они прям противные. Я пытался. Но без тем муха, кстати, можно, да, заспаунить. Блять. Зверя на лицо сядет. Переходим всаднику. Да. Плам муха все еще будет, наверное. Кровать даст 3 синих хп. Кроватка же хилит. Она дает либо фул хп на красное, либо дает 3 синих, кстати, нет красных хп. Это только контейнеры синие или черные.
Опять это уебище. Одна бомба, и проблема решена. О, господи. Я не хочу их проходить. Я и тебя не хочу проходить, у меня бомбы. Ладно, пофиг. Бомбы можем уже заканчивать, в принципе. Найс. Удачи. Удачи. Потому что поспать не можешь, когда у тебя полное ХП. Когда у тебя есть полное ХП, и у тебя есть красное ХП, и синее, то тебе ХП не дают. Потому что красное только может заполнять красное. И синее сверху оно не дает. Я идиот. Я идиот дважды. Спасибо, Гессен, но... Боюсь, сегодня у меня нет дня рождения. Сегодня день рождения в России. Так что ее поздравляй. А меня не надо. Так, поспать. А, ДР день России. А это ловко получилось, ну, кстати, да. Так тоже можно. Тогда получается правда отчасти. Тогда получается отчасти верно. Ну ладно. Тогда спасибо. Да, может быть, дома посадим на телек. Садись на телек. Нормально. Посмотрела телек. Блин, как же первый раз трахать не мог каждый раз. Как мне эта хуйня бесит, когда эту атаку нахуй одну заодно делает? Как это нахуй бесит? Просто ебаный спам, блядь. Блин, это морфос. Насрать, ну ХП обратно отдадут. Сюда можно не париться толком. Вообще DPS довольно вялый для Shadow. Но надеюсь, все будет нормально. Надеюсь, уже мы это вытянем каким-нибудь образом. Shot Speed, конечно, уважаемый. Прям реально уважаемый. Сегодня день города в Кирове, реально? Или это троллишь? А, да, реально. Ну, тогда с днем города Кирова. С днем рождения Киров, получается. У нас вроде в конце месяца, я даже не помню, когда у нас день города. Даже не помню. Помнишь, вроде в июне? Тут не один из Кирова, все. Сейчас, кажется, получата из Кирова. А не один дюк. Беда. Все, дюк, прячься. Сейчас тебе за все твои баны. Все припомнят. Ну, а дюк никого уже давно не банит. Дюк добрый модер. Come on!
Так, ну что, посадим сливку на зверя, наверное, да? Наверное, на зверя посадим. Кстати, удобно, что эти черви спаунятся. Я при этом урона не получаю. Нормальная тема. Кстати, черви умеют ползать по небу. По воздуху. А тут будет интересно? Тут червей не будет, потому что, наверное, хитбокс не тот. Сливка пытается. Сливка пытается. А вообще, вроде черви появляется. Подожди, что? Вроде черви появляется. Блять! Как я мантию там не потерял? Это прям непонятно. Это прям интрига. А, даже так могу стоять? Даже можно маленько в сторону отходить. Интересно. Интересно. Уже вторая фаза. Долго. Господи. Та самая атака, которую видишь раз в 1000 лет. Та самая атака. Ой. Ну типа Shadow почти без ничего. У него маленько демеджа и маленько ледера. В принципе, нихера больше нет. По факту, что реально довольно слабый шедоу. Так, средненький. Причем босс очень легкий. Типа, если бы Килберн сам делал все, да? Типа, если бы он ничего не согласовывал с Эдмондом, тут было бы атак, наверное, 20, а не 3 атаки. По сути, да? То есть всего 3 атаки у него есть. Типа, ну, то, пусть он типа на тебя ползет, это тоже атака. То есть атака, где эти огни, где типа слезы огни, и атака, где призраки, и все. То есть 3 атаки. А там у него было, по-моему, там, не знаю, на атак на 10 было, на минимум. Если не 15 заготовки. Но ему, конечно, такое делать не дали. Потому что для Эзека это было бы нетипично, очевидно. Хотя, с другой стороны, есть же Мега Стэн, у которого атак, наверное, больше, чем 10 явно разных у второй фазы, да? Вот там, возможно, паттернов 15, наверное, у Мега Стэна. Они, конечно, многие похожи, они не прям сложные многие, но есть и довольно сложные. И типа есть Дили, у которого шиза. А там атаки, на самом деле, тоже, их не так много, на самом деле, паттернов там просто, типа, все дерганые и бешеные. Там не так много-то атак разных, на самом деле. Ну, в общем, да. Этот босс был бы очень другим. Причем все его фазы были бы другие. Догма тоже была бы другой, скорее всего.